Здорово, народ, с вами снова я, Макс, и сегодня ко мне в гости заглянула мастерская «Молот». Ну и, соответственно, потом заглянул и я к ним. Стас принес точильный камень и попросил сделать под него короб для своей полевой кузни. Я так подумал, надо сделать так полевую точилку, небольшую, для показа мастер-классов кузнечного дела. Я, правда, не знаю вообще, нужно ли показывать такие видосы. В принципе, ролик получится короткий. И хрен его знает, может быть, кому-то и пригодится такая коляска. В принципе, ничего тут сверхъестественного нету. Весь процесс изготовления вы увидите в ролике. Моя работа заключалась только по дереву. Все остальное, что касаемо железа, сделал Стас. В конце ролика вы увидите результат. Ну, а так, всем творческих успехов и удачи во всех начинаниях. И до встречи в новых видосах. Все, всем спасибо и пока. Да ладно. Ну вот сюда надо будет полочку приделать. Ну это ты уже там, я думаю, домыслишь, как тебе удобнее. Я бы, наверное, вот сюда деревяшечку поставил, чтобы отсюда влага не фигачила. Не